Так, и еще тут буркес какой-то стоит. Ты так больше не рискуй, Адет. Знаешь, жизнь или смерть, мне плевать. Есть какой-то блатной чувак. Я хочу только... Привет. Привет. Ему похоже. Так, вы, конечно, видели цитадели. Вы знаете, как они опасны. Мне больше незачем жить, кроме... Идите в Брудер 2 и украдите чертеж цитадели. Мы должны научиться уничтожать их, Плювит. Нет. Фишер? Тебе не понять. То есть файлы. Тебе не понять. Зашифрованы. Не понять, насколько это страшно. Вам будут нужны коды для дешифровки. И знать, что ее убийца до сих пор на свободе. Тебе не понять, Анри. Анри. Так, ну что, пойдем. Ебать, он стильный, блядь, лысый вообще. Да, ой, на грин надел, просто такой, на стиле. Так я хорошо. Лысенький такой, ах, да, дед. Ты как раз в Бенни-Хилле такая, если что, Тима. Хорошо. Привет. Сочиняешь свои рассказы. Дима негодовал. Ты о чем, Джесс? Что говоришь? Так, что делаем, куда идем? В Брудер 2. А, хотя, подожди, сейчас выберем гадание сначала. Что такое? Так, Брудер 2. А, не, слушай, завершено. А что тут? А, вот они. Ебать, тут задание еще. Войти в тюрьму. А, не, подожди, это завершено. А, отправиться в Брудер 2. Можно в Брудер 3. Ой, один пойти. Еще одно задание. Найти привет, дискеты с чертежами. Привет. Чертежи цитадели. Ну, пойдем. И потом можно в Брудер 3 идти. Или какой там. Опа, поехали. Брудер 2. Опять возвращаемся в Брудер 2. В Брудере 1 или где-то мы сейчас ураганили. Или во втором. А, не мы во втором, кстати, да, ураганили. Дирижабль подъебали. Сейчас опять туда возвращаемся. Теперь нам нужно найти что-то, что-то как-то с кем-то. Соединение. Чертеж, который нужен на ИС, должен быть в этой башне. О, видишь, я соединяюсь, и ты уже убежал. Ну да, то есть, как-то оно подтупливает соединение. Сейчас где-нибудь там забрали, да? Опять эти трубки. Ну-ка, не поднимай панику. Ты по-тихому. Ох, насколько спалил там. Кто спалил? Не пойду уёбну. Дай зарежку сейчас. Нет, я нацист. Петух гамбургский. О, тихо-тихо, ещё. Там ещё один идёт! Ну всё, он нас спалил. Ну, кстати, я себе нож прикачал. Бля, ебать. Ебать, там два егеря, чувак. Я в домик. В комнату. Отступай в комнату. Давай, резай. Такое ощущение, что ты меня пристреливаешь. Я успел в комнатуху спрятаться. Там еще вторая егерь, кстати. Я иду из комнатухи вести. О, сука, тебя с ППХ. Там сзади мужик где-то ушел. Где-то еще и егерская шлюха. Походу, она сдохла. Скопытилась мразота. Самое у этих граната лежит в кулере, прикинь. А мало ли, кто захочет гранату выпить. Умно. Бля, мы тут еще не нашли ни одного ящика с кодом. Они тут есть. В этом брудере. Мы уже второй раз тут берем, а тут третий. Подожди, а это хуйня опять, наверное, броня какая-нибудь, да? Ну, по-любому. Тут какой-то должен быть, блядь, секрет с ящиком. А вот смотри, какая-то какая-то комнатуха. А, это мне через низ. Кстати, у моей тёлки нос разбит, кровь идет, целку носа сбили дважды, в каждую дырочку.
Ёбаность. Ебать, ты согрел. Неаккуратненько. Во, а вон там он чертежи. Ладно, возьму. Вон мне не все сидят. Ты, ебать, робот опять здесь. Проснулся, блядь. Вот и он, Джесс. Первый фрагмент чертежа цитадели. А, сейчас я попробую как раз свою эту хуету. Где он? Получи нахуй! Ну не убил с первого раза, хотя прокачан на максималку. Все, и кончились у меня. Да, кончились. Что выстрелов нету, но это будет тут. Пиздай. А ты что там горячий, петух? Видишь, робот умирает. Уважай робота мертвого. Или ты расист? Ты этих роботов имеешь? Это умирает кто-то. До свидания, поехал. Где чертежи? Вон там где-то нарисовано. А как туда попасть? Впустите меня. А, тут комнатуха справа. Открывается электрокрафтером. А, есть такое. Нет, подожди, это не то. Вот это на смерть. Это электрокрафтер или нет? Да нет. Оружие. Нет у нас, у меня нет электрокрафтера. Да, нету. Бля, и что, мы не выполним, получается, задание? Надо вот в ту комнатуху попасть. Я не думаю. Сука. А электрокрафтер дается в этом, в Брудере, по-моему. Там в каждом вот это новое оружие давалось. Одного в первом взяли вот этот... Втором лазерный. Ну да, тогда я эту миссию не выполнил. Вот пиздец. Не могли сказать, что нам нужен будет. Нет, тут по-любому должны быть пути какие-то обхода. Там очень никак не попасть там через вентиляцию. Походу нет. Никаких вентиляций. Тогда, чувак, иди сюда ко мне. А где ты? Ты не туда? Ты не ходишь? Да. А, так, да. Hattest du Gelegenheit, den Wissenschaftler-Institut auszuprobieren? Ja, das Ding ist der Wahnsinn. Ich wünschte, sie würden es uns ab und zu mal benutzen lassen. А, да, возможно, тут, кстати. Так, тихо. Не палимся, я сейчас попробую зарегистрироваться. Сдох. Вот тихо, не снял петухов. А, вот они, да, тут. Так что все равно. О, нас палит, кстати. Вот мегаробот тоже будет выебываться. По-любому. Лови. Тут тоже лови. О, вот она, это егерь ходит. Нашел секретную комнату. Да. А у меня нет лазера такого, чтобы подарить. А где ты? Ладно, похуй. Ты запомни, где она. Сейчас пойдем. О, тут, кстати, тоже комнатуха есть, этим самым взорвать можно. Может, там золотой скрыт. Петушары. А, они что-то.
Ах ты, блядь, опять это едет. Пошел в жопу, шлюха. О! Ты близко не стояла. Мразота. Так, это не та штука. Тоже не та. Не то. А, не ой, то. Блядь, что, мне игра зависла или что? А нет, ты лол. Пиздец, какой-то сейчас. Движок какой-то стоит. Все, не взял, хорошо. Так, вот. Ебать. Чертежи. Где я чертежи? Нашла первый фрагмент чертежа. А первый фрагмент чертежа? Где-то тут. Внизу где-то. 14 метров написано тут. В кабинете вы тут что? Вот, на. Написано нет доступа. Вот так вот. Не, нельзя. Самоумный такой. Надо обойти, наверное. А, во-во-во. О, а, это чертеж робота этого большого, цени. Походу. А где ты дверь находил? Лазер надо его убрать. Пойдем покажу. Подожди, блядь, где дверь находил? Где-то в конце. Ну ты даешь, в двух соснах заблудился. Ты вообще не нашел. Может, я уже все полутал. Нашел. Где ты вообще? У меня просто нет на лазера патронов, как бы отбил. Почему-то они лутятся. На нахуй. А, тут надо это такой. Ну, кстати, здесь есть. Монетка. А, кстати, вот на лазер у меня патроны тут есть, они лежат. Ну, а у меня нет такого лазера, они не берутся. Стой. О, сука, блять. Ну, ты на девятку или на что там? Или на восьмерку лазер. Да нет у меня такого лазера, нету. Стой, должен быть. Жизнь, а его нету. А вот лазером еще открывается, чувак. А, птичка, блядь. Петушки. Вернуться с чертежами цитадели. А, чертежи цитадели. И робота. И робика. Бендера. Своего робота такого построим. Да-да, по-любому. Ну чё, петух? Отлетел ножик, ну уебал так знатно, кстати. Собаки будут сейчас тут будут заниматься. Да, собака, собака. Нос. Бля, что-то жестко не пропустили. Что это за? Ты ебать. Что это было? А ты, я нарвался на егеров, что ли? Да, егерь 3, ебать они, блядь, охуевшие, чувак, они просто... Ты живой или мертвый? Не, я мертвый. Давай, сейчас я вздыхаю резко у тебя. Блять, там этот робот зашел.
Да, ёб твою мать. Живой? Нет. Сзади, сзади. Егерь 3, егерь 3, на. Блять, ебать, да ну нахуй тут как тут выжить. Я... Надо убегать, меня ёбнули. Давай, я истекаю кровью и съёбываюсь, нахуй. Давай, если съёбываюсь, я папу сейчас отползу. Если что, тоже съёбусь. Что я слышу? Уходим, уходим нахуй отсюда. Знаю, куда-нибудь. Ошкириться. Зашибись, сестра! Спасибо! Ну, спасибо! Пошел нахуй, пес. Еще, а красный идите, ебать. Петух, ну клави. Ты чё, блядь? Чё это всё яркое? Да, вот тут нас опустили по полной программе. Тут прошли всё нормально. Жизнь не тратили, тут две жизни ушло. Так, 155 метров вот туда, лифт надо искать, да? О, лифт взял. А, о, нашел лифт. Ой, иди сюда. Ебать, что тут за ворота? А, это лифт? Я уже бегу. Блять. Давай похуй, становись. Становись, равняйся. Да. Смирно. Равнение на лево. Направо. Вперед и назад. О, опять сейчас. А, шлюха, я щекотки боюсь. На нахуй. Так разворачивается, как этот мужик поебал. Бля, ну я до сих не могу. Мужик жалко. Так, тут опять можно с ножа подрезать кого-нибудь. О, вот этот пес. Ой, блядь! Хорош. Подрезал. Так, надо аккуратно держаться сейчас. Занять позицию. Позицион. И убивать всех. Блять! Иди сюда, у меня, я тут засел. Собака, собака, собака! Я иду. Джесс, ты прямо в ударе. Джесс, ты справишься. Мужички умерли, фашистские. А были это мужиками, это вообще оно, блядь. Киборги. О, жизнь, тут есть жизнь. Сейчас тут золотая. Бля, мне на этот слово позже патрон мало стало. А что тут? Это дробовик. Я в тебя верю, сестра. Молодец, Сес. И что, нам выходить вот так, что ли? Так, вниз хуяришь, норм. Где лифт? Конечно, лифт откуда нет. Так зашли через один, а вышли
Самый верх. Нет, на самый верх, на лифт, чувак. Забыл, что ли? Вот так, пусть знает, кто тут главный. Тут главный. Кто тут маткой командует? Пускай знают все. Деньги. Ой, 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 ой. Так, ты где? Ой, блядь, убили. Я в бункер, ебаный, залез. Какой бункер? Ну, тут вот. На сам верху? Нет, вот тут вот. Это робот. Твой рисуй. Он сверху, сверху, справа, сверху, справа. Сука, прыгнул. О, тут дубик, кстати. Сзади этой хуйни. Так и мужик опа на гранату своим телом прикрыть. И сдох, хуйня. Где деньги? Сзади этой хуйни. Угу. Йоху! Стоп! А, тут куда? А, тут вверх. Ну и все, и прыгаем нахуй. Тут кирпичи принес, блять, этот работает нахуй, вы нормальный, нет? Кирпичи принес. Музыку сдохни. Ну или там изготовил кирпичи сразу, не знаю. Скорее всего. Ой, блять, кирпичи собственного производства. Ну а по-другому, блять, я даже не знаю. Варианты, как они там оказались, блядь. Подожди, блядь, мы же тут уже были, чувак. Да, вот, я не знаю, как тут спуститься. Надо, наверное, было вниз все-таки идти. Подожди, и вот лифт, чувак, что ты тупишь, вот лифт. Это не лифт, это вход в этот, в главное помещение. Кстати, где ты забыл ствол? По-моему. Или нет? Нет, заходи. А, или нет. Вон лифт в конце. Туннеля, блядь. Собака где-то. Ёб твою мать. Молодец, сестра! Ты в ударе! Ёб твою мать, шут! Рвануло, ну мужик рванул. Кто стреляет? Кто летает? Спасибо, Джек! Хорошо, Сол! Ебать, он перевернулся. Акробат, блять. Вот это не лифт разве? Лифт. Ну, я же сказал. Да. Кряхтунтие. Ну давайте, блять, чего вы? Шелепы. Таких лифтов понаоткрыли же. Тысячу штук. Я уже заебался смотреть. Вот, да, смотри, что он наделает. Подсральники. Ну ты, по-моему, ты наверх уехал, чувак. Мы наверх уехали. Да, мы наверх уехали к этому петуху. Блять. Я назад как? Да, жизнь возьмем. Давай здесь возьмем, да, это чувство пригодится. Сука, ебаные лабиринты, вы заебались с ними, просто заебали. Поехали назад на лифте. Слушай, а нам вот не сюда вообще? Ну-ка, подожди, сейчас я подожди. Да? Кое еще тут чекну. Не, подожди. А, вниз? Это я вниз спустился, тут лифта нет. Да. Я уж обрадовался, думал, что реально там лифт. Не, нам... А, мы сейчас... А, нет. Это ж не это, бля, вот пиздец, сука, еще выйди попробуй с этого хуйни. Залупный лабиринт. Еще и карт нету. Угу. Может есть, просто мы не знаем. Логи.
Это было смешно. Да, ебать, мы сейчас назад теперь. Они сейчас все порисаются, как обычно. Проснулись, петух. Вот пиздец. Я же говорю, она наверх не надо было, она была близко. Подожди, подожди, ну-ка, подожди, сейчас, секундочку. Выше можно этой хуйни, нет? Да нет, можно! Да нет, можно, подожди, сейчас. Как ты выше? Это не у памяти. Ага. Ну вот там, блять, башня-то сверху есть еще. Да не, надо вниз и пиздюшить. Не, а потому что, по-моему, где-то был лифт, он самый верх. Ух ты, ебать, чувак, код нашел, чувак, сейф нашел. А где ты? Ну, 34.05. Ой, ебать, красный. У меня 29.05. Набери. Эскиз какой-то взял и монет 250. Так вот они где спрятаны. Ой, тут эти кнопочка, открыть дверь. Подожди, 34.05. И чё он не вводит, кстати? Нет. А где код должен? Сверху быть написан? Нет. Ну да, он серыми буквами. Ну 29.05 пишет на все разные, он одинаковый всем. Ага. Ты походу нашел тебе этот самый дискету с кодами. Не расшифровал. Бля, это машинки ездит внизу. А если я туда вниз прыгну, я не сдохну? Ой, там ящик, кстати, вижу отсюда. О, ящик нашел с деньгами тёрки. А ты где? Я с этого спрыгнул вниз. Я подсвечу. Вот он я. Подсвечиваешь. Я ниже тебя, прям под тобой. Вот, видишь? Вот сюда прыгай. Куда ты? Куда? Я вот за этими штуками, вот они. Вот ящик. А мне сюда можно прыгнуть? Я не убьюсь? Нет, нет. Вот убери. Еще какие-то ящички вижу вон там. Так, что можно падать как-то этим ящиком? Так, ну вот, допустим, мы на нижнем уровне. Так, нам надо как-то теперь вот с этой хуйни вниз спуститься. Ну, на лифте только. На лифте вниз. Ёпта! Собака! Давайте вот так. Вот самая разница. Вот мне лифты, поехали дальше. Едем вниз, еще ниже. Сейчас сек, это на 5 сек до толчка. Так, как не будет резвиться. А покинуть лифт надо, да, или что? Тут твоя помощь нужна. Теперь квест появился даже. Что вернуться с чертежами. А-а-а. А то его даже не было. Бля, только как? Теперь надо аккуратно пройти. Где-то выйти. Где-то вообще выход. Выйти вообще интересно. Ягерь 3 это пиздец. Просто въебало выдерживает, блядь, миллион патрон нахуй.
Хорошо. Ты крута, Джесс. Хорошо. Бля, как тут выйти? Опять егерь ссаный. Угу. Лови гранату, шлюха. Отступай на нее. Гранату. Ебать, она зацени. Распугалась его. Да, раз. Исчез. Нахуй. Тут у них музей или техники. Так, держать. Сестра, ты сможешь. Так, сюда? На этом лифте. А, это не лифт вообще. Он закрыт, как я. Ты спам памятник пёсе люблю. Надо такую хуйню придумать, да. Блять. Это тот лифт или не тот лифт? Какие у вас предположения? Или мы отсюда пришли? Прости, что попроще. Может быть и пришли. Кто знакомый? Ой, а здесь чё? Во, во, вот сюда, да, наверное. Да, на это пришли. Тут сейчас бы опять на лифте въехали. Да я уже не могу с этих лифтов, они заебали. Так, вот теперь... Жизнь, а у нас есть? Во, блядь, вот это вот правильная хрень. Вот. С этими роботами. И вот сюда взять снарядов. А это что такое? Сюда нам? Так, тут уже ходит. Блять, как ты нажал, петух, я сейчас зарезал. А, ой, там робот рисунок. Сюда. Тихо, там робот. Наверх. Так, я тут. Я тут и жду тебя. Робота не убивай. Не нужен. Бежал и все? Да. Я жду тебя тут. Я хотел его ёбнуть. Не, ну так опыта, конечно, может дать, но... Это, конечно, блядь, плохо. Нам сейчас это... квест сделать. И взять это. Еще квест. Так. Вниз. Вниз, так вниз. О, дверь, вот у нас, лазером дверь. Ага. Ой, да? Да, вот это. Jawohl, Commandant! Schicken Verstärkung! А, это. Уже брали пока. А, кстати, тут брал эти. Сейчас я. Так сделаю. Да, да, да. Под этой? Под лифтом, да. Да. Ваш навык. Из этого ебаного лабиринта. Сука! Чё-то. Опять куда-то пришли, хуй пойми куда. Не, ну нормас, нормас. Это правильно идём. Нам уже добить сейчас. Ничего такого. Да еб твою мать. Дрон ебаный.
где еще летают? А кто накрывает петухи? Ой-ой-ой, назад. Ты ебать. Сзади еще. Я об этом сзади набежала. Ты в ударе. Офицер. Ебать, только пистолет вылетел. Подожди, а где этот петух? А, вот. Смотри. Все, готов. Не готов. Еще вешай на него. Пойти, я остался на пипочке. И нахуй, блять, отсюда вообще. Ой, будет тут коды какие-то. Ой. А, чертежи мы нашли. Ну-ка. Наша кровать. Спасибо, Джесс. Кто-то. Ёпта. Джесс, ты круче всех. Спасибо, Соб. Так, вон там где-то метро показано, как я попасть. Ебаный петух. Когда до того метро, до той точки попасть? Вниз, вверх, куда идти? Сзади наступает. Куда-то туда, что ли? Чёрт. Нашла их. Вернуться с чертежами. Блять. Как же хуёво без карты. Но нам не вниз. Может вниз. Не, ну вот это явно не туда. Где-то выход. А, может вот так вот, через это, как мы лазили? Вот это куда ведет хуй-то? Не знаю, что надо хуй-то еще. Я нашел какой-то лифт. Я, конечно, не уверен, куда он ведет. Вперед, наверное, ведет. Ну вот, да, пошли. Попробуем выйти, уехать. Если он вверх поедет, то придется назад. Я тут одна не справлюсь, Джесс. По-любому, а мы не на нем приезжали сейчас? Наверх едет, да? Да. Может, мы же на нем. Не, ну мы, короче, через какой-то другой выходили, по-моему. Если... Блять, на нем, да. А! О, петушиная хуйня, да. Чё, давай назад? Подожди. А как назад? А, вот. Блять, петушиная хуйня, сука, мы едем с этой хуйней, блять. Как же она меня бесит, чувак. Я же бомбит просто на этой хуйне. Мы уже минут 20 пытаемся выехать, блять, с этой хуйни, блять, ебаный. Просто пиздец, 20 минут пытаемся выйти. Это что вообще за хуйня? Что за хуйня подсунули? Да, походу это там, блядь, с этой хуйней. Петушиная дрочь. Ну. И как, куда идти, ёбаный? Где вот выход? Покажите мне пальцы. Или он там, или на той стороне? Что это такое? О, ебанский левел дизайн, это пиздец. Я нихуя в этой игре разобрать не могу, блять. Как-то сделали, сука. О, я, по-моему, нашел. Неужто? Я нашел, чувак, я нашел. Где ты нашел? Иди на меня. Я внизу, вдоль воды. Может, на первый этаж спуститься? А, вот он. Сюда иди. Оказывается, все было намного проще. Ну все равно, блять, это тупо. Пошли.
блядь, какая хуйня, ебаный стыд. Выйти с этой хуйни, это просто какая-то маразма. Это мы еще не вышли, самое главное. Тоннели еще сейчас надо побежать и, блядь, выйти туда. Как мы заходили, блядь, как-то зашли быстро. Выйти быстро никак не можем. Так, у тебя надо туннель побежать на выход. Так, вот убежал уж. А, я тут усы, ну я попрямую. Это нет, вот это я. А там чуваки вместо стреляют, кстати. Егерь. Егерь пятой категории, блядь. Подавляю. Ты чё, скинхед, блять? Я попутал. О, я почти возле выхода, чувак. Ты тоже? А меня егерь, блять, отпиздил. Блять, вот у тебя там какая-то толпа. Где ты, я тоже не знаю. Это, блядь, недалеко от меня. А, вот он лежит. Сейчас меня отпиздит. Пестик укрою, пизду. Ну, давай. Блядь, да как вас разъебать-то нахуй? Где ты, петух? Сейчас видел, ты пошел. Блять, ебанула эта шлюха. Я возле выхода, кстати, валяюсь, блядь. Попробуй бы отползти и снуться. Тоже ебанули. Ну, сядьте, чё. Уходим, давай, сейчас поднимаем, поднимаем. Что, блять, мы вошли в брудер, что ли? Назад, что ли, пошли? Что? Так не хватит, что мы сейчас опять тут вернулись. Нет, туда хуй, блять, прибежали, это самое, вернулись, вернуться назад. Это будет печально. Возвращение в катакомбы написано. А тебя загрузилось? Нет. А, не нормоз. Не нормоз. Блять, да, мы назад вернулись. Ёбаный, блять, пиздос. Ба. И жизни нету. И там сейчас опять все порисались петухи. Ец. Просто как ты, блядь, обошли вот так, ты вернулся сюда, это... Ах, как же меня бомбит уже от этой хуйни, чувак, реально. Полчаса пытаемся, блядь, выйти с этой залупы ебаной. Полчаса просто выйти пытаемся. Просто, сука, сделать уровень, проходишь и сразу возвращение назад. Нахуй вы ебете мозги, блядь. Вот вон он, впереди... В прошлой серии было нормально. У тебя прилетает вертолет или подлодка и забирает, и ты возвращаешься назад. Все, блядь. Никакого говна нету. Ахуй вы, блядь, этим филлером, с этими филлерами ебаными. Просто нахуй засрать. То есть вот нахуй нам этот филлерный контент ебаный, я не понимаю, понимаешь? То есть ты от него, блядь, тебе не лучше, нихуя. То есть, блядь, тебе от него наоборот жопа горит. То, что, блядь... Что, Наруто пересмотрели, не пойму, или чё, блядь? Блядь, пиздец это. Блядь, я застрял, сука, ещё. Ебать, он захуярил этим огнеметом петух этот ебаный, блядь. Ещё сзади какой-то хуй. Ебашит.
так держать, Сис. Хорошо. Вот сюда можно, чувак, да, слушай. Да, да. Сзади. Сейчас я разберу этот контур. Пошли. Это выход или это, блядь? Нет, это тайник, блядь. Выход, где выход? Я, блядь, хоти, чтобы выйти от этой залупы. Нахуй ты! Ебаный скинхэт. Блять, меня этот... А, не убил. Сейчас, подожди, тут... Да встань ты, сука, тупая мразь, ты уже бесишь меня. Ой, тут нашел тайник, еще один. Куда ты идти, блять, покажите мне, сука. Написано, если вот туда, блять, туда идти, ага. Ну как я, блять, должен найти проход без карты? Вы же, блять, такой умный. Какой карту нарисовали? Карта, она нас назад ведет или что? Да, это назад. Это вон туда, налево куда-то. Понимаешь, то туда, а то сюда, блять, выход вон. А, вот сюда, вот это. Или мы отсюда пришли? А, не, мы отсюда пришли, да. А, значит туда, блять, они все похожи на один, сука, эти выходы. Просто такая духота. Иди сюда. Бегу. Блять, вот похоже, вот один на один. Опять попадаем в какую-то. Ага. Помню, как мы зашли так, блядь, быстро? Там метро ты нашли, ебаный. Ой, робот. Давай, напихивай, напихивай. Так, тает. Бля, думали, сука. Натя. Сзади, никто нету. Выход, вон там, 10 метров, чувак. Мы на месте, мы на месте. Поднимаем его нахуй. Надеюсь, это выход, блядь. Я не знаю. Она четвертая зона, бля, мы в городе, ебаный стыд. В городе, правильно, сейчас типа метро надо найти. Да, тебе метро и все, заебись. Блять, ну какая петушиная хуйня, блять. Да, у тебя жопа горит вообще с этой хуйней. Да не говори просто. Лабиринт, мы уже прошли, не знаю. Просто не знаю сколько. Я думаю, полчаса пытаемся, или минут 40 уже даже выйти просто из этой хуйни. 40 минут просто выйти! Какой нахуй квест, когда 40 минут пытаемся выйти? Охуеть, вот они мы, блять. А как тебе до той хуйни доплыть? А ящик, что ли? Ага. Да про. Вроде как доплыли-то. Блять, что-то не очень допрыгнул. Сечка надо допрыгнуть. О! Допрыгнул? О, отлично. Пошли нахуй. Я уж испугался, что он назад возвращается. Это его потискать. Да пошли нахуй. Хочу с вами драться. Лишние петухи, блять, напихивают сука. И сдох прямо возле выхода. Давай, Саня. Нахуй, не хочу с ними драться. Жесты круче всех. Потный. Так, о, вон там выход, я точно знаю. Вот тут я уже знаю. Спасибо. Дорогу. Вот. Туда, проникнуть. Теремок. Без соломы или как там, блядь. Да-да. Сарай. Да. Всю духоту с этими с убийствами сделали, это просто тоже маразм, блин, всех убить, чтобы можно было, блядь, зайти в метро. Остается либо ждать, либо хуй знает. О, нормас. Блять! Мы это брали.
Не, вот ты просто понимаешь, вот эта тупая хуйня, то, что ты идешь в одну сторону. Да. Ладно, окей, это интересно. А потом тебе, сука, надо идти назад, как в реальной жизни. Ага, ну это ты играешь в ебаную игру, ты нахуя назад идти, вот, понимаешь, короче. Не говори. Просто сделайте перемещалку, которая бы тебя портала на базу, и все, нахуй этот филлерный контент, который ты уже прошел. Это только раздражает уже, понимаешь? Угу. В эту игру играешь, короче, тут, не знаю, геймплей на 10 часов, они его растянули, блядь. Искусственно, блядь. И бегаешь по одним и тем же локациям. Пиздец. Самый прикол, то что, блядь, они с прошлой части тут хуйню начали уже мутить. Прекрасно, Лефи. Благодаря вам, ваши бойцы смогут быстрее уничтожить цитадели. Ты уже... Я здесь, чтобы видеть нацизм. Сложно становится найти игру, в которой бы, блядь... Надо было просто, типа, играть, короче, а не заниматься какой-то... Вот мы прошли Герсу и заебись. Никакой петушни такой не было. Понравилось? Не, в пятой тоже немного было петушня. Помнишь, когда там надо было кататься, что-то там на лодке, блядь, по одной и той же локации? А, ну, да. Немного уже тоже начали петушни. Да, ну и, скорее всего, они пойдут по той же пути в следующих частях. А вот четвертая вообще нормально. Идешь типа, вперед, ты пиздец, как все остальное. Вечером с блокнотом и ручкой...